Ну, еще, как говорится, вот, анонизм, да, ребята, анонизм. Оттуда выходят эмбриончики и тонут в воде. Это столько столбунов США перетопило. Представляете, с полицейскими. А чипик, вживленный в ФРГ, в дабл-центре. Ну, хватит, Ген Андерсон, знаете, астрономический инструмент. И потом все последствия. 9-11, сворованные паспорта, машины. Приводит к тому, что тюрьма особого режима в США бегает за мной. И получается, вы, ребята, все сидите на зоне. Единственное спасение, это чтобы агент CIA рожал. National FBI и полицейские лежали. И был втык в их анальное отверстие. Потому что это international скандал. И пока мой тама, вы не сидите, полицейские. Как только я выхожу, все полицейские сели на зону. Я вошел в National, National Свобода. Вот как CIA родит, с нее снимут обвинение. В одном эпизоде. Потому что я не знаю, как он проживет. А теперь самое удивительное идет другое. Значит, вы все-таки пытаетесь выиграть первое место. Все-таки самолетик вы посадили зачем-то над мостом, не сбивая столбика, снимая себя. Зачем уничтожали электронику и записи тех людей, которые летели на самолете? Плюс автопилот по спасению от терроризма. Ну и, конечно, мой дедушка, который занимался проверкой international flight'ов. То есть постоянное общение с national США. Иностранными государствами. Плюс афганские сбитые самолеты США. Интерес еще к моей особе. Получается, National США были в моей семье плотника. А отрезанный винтом самолета голова у одного из проверяющих самолеты доказал о том, что какого-то КГБшника сняли с ангара. Вот и здорово, нашел. Пупсик ты мой. Раз это все произошло при Дональде Трампе. Здравствуй, шнырь.